Power Sports и Power Dogs представляют. Танец живота. Упражнение для начинающих. Привет, я Вина. А я Нина. Овладение танцем живота позволило нам участвовать в съемках фильмов, передач и музыкальных видео и получить награду от Национальной Академии. Поддержание себя в хорошей форме – это серьезный тяжелый труд. Мы поняли, что танец живота – это отличный и приятный способ держать хорошую форму. Танец живота с его ритмами и темпами исполнения дает необходимую нагрузку для сжигания лишнего жира. Вы даже не можете себе представить, насколько быстро вы потеряете вес, и при этом ваше сердце не будет страдать от нагрузок, а также вы будете наслаждаться результатом. Давайте начнем с наклонов головы из стороны в сторону. Вдыхайте через нос и выдыхайте через рот. Теперь разомнем стопы ног, вращая ими по кругу. Вращаем по кругу. Стараемся сохранить равновесие. А теперь вращение внутрь. А теперь поменяли ногу. Вращение наружу. А теперь вращение внутрь. Вращаем. Упражнение на растяжение. Поставьте одну ногу вперед и перенесите на нее вес тела. Тянем мышцы другой ноги. Обе стопы плотно прижаты к полу, руки перед собой согнуты в локтях. Чувствуем, как растягиваются мышцы. Меняем положение, поднимаем руки над головой. Дышим ровно. Растягиваемся. Чувствуем, как растягиваются мышцы стоп. Скрещиваем руки и тянемся назад. Вперед. Почувствуйте, как растягивается грудная клетка. Меняем ногу. Руки перед собой. Вытягиваем ногу назад. Нога, выставленная вперед, пружинит в колени, заставляя мышцы растягиваться.
Держите корпус прямо, подбородок параллельно полу. Поднимаем руки вверх. Скрещиваем руки, медленно тянемся назад. Вперед. Медленно назад. И вперед. Растягиваем грудную клетку. И мышцы спины. Ноги вместе. Колени немного согнуты, руки на бедрах. Начинаем вращение бедрами по кругу. Разогреваем колени и бедра. А теперь в другом направлении. Бросок ногой вперед, сгибаем в колени, опускаем медленно вниз. Вверх, вниз. Опускайте ногу как можно мягче.